Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы начинаем с вами проходить игру Лакуна. Давно я ее ждал. Она, правда, уже достаточно месяц или полтора за два вышла. Что-то ценник был какой-то такой недемократичный, но хотелось еще ее купить. Вот была скидка, как раз купил. Это приключенческий детектив, в котором играем за Нила Конрада из бюро расследования, и который расследует четверное убийство, который повлияет как на его жизнь, так и на жизнь всей Солнечной системы, как звали разработчики. Вот, в игре очень красивый пиксель-арт, в игре очень большое такое количество диалогов и всевозможных решений с последствиями, которые будут влиять как на нашу, в том числе, жизнь, так и на целом мир. Поэтому давайте начнем, всем приятного просмотра, поехали! Ключевые моменты прогресс сохраняется автоматически. При выходе весь прогресс предыдущего сохранения будет утерян. Пути назад нет. Здоровье, сектор 2. Идти. Так. Есть бег. Отлично. Так. Идти по лестнице вниз. Тоже есть бег. Отлично. Бежать, удерживать РТ. Слушайте, прикольный пиксель-арт, красивый. Мира, иди сюда. Привет. Значок в правом нижнем углу означает, что разговор можно продолжить, нажав на А. Угу. Ага, понял. О, привет, Ной. 100 лет не виделись. Это точно. Я слышал, что вчера сел корабль с новыми жителями. Прям чувствовал, что ты на нем прибыла. Как тебе космические путешествия? Отстой, мне как будто заживо замуровали с родителями. Ты же вниз, да? Тогда с тобой. Как тебе дровя? Сначала мне не понравилось, тут пока довольно скучно. Даже не верит, что когда-нибудь мы будем как Джордан. Но если подумать, то тут все равно круто. В плане. Ну, мы творим историю, осваиваем чужую планету, строим первую в мире Савьянскую колонию. По-моему, неплохо. Ну, не знаю, такое ощущение, что я уже почти все тут видела. Так, строительство еще не закончили? Кстати, а ты где живешь? У нас квартира на -8 этаже, около лестницы наверх, в общую зону. Ого, вам дали одну из тех шикарных квартир, хотя наш тоже ничего. Это, наверное, потому что у меня родители ученые, все ученые в той зоне живут. Ладно, мне пора, перемена почти закончилась, может, другой раз устроишь мне экскурсию. Погоди, хочу тебе сначала кое-что показать. А можно после обеда, не хочу опаздывать. Забей, пойдем, там очень классно. У меня сегодня первый день в новой школе, не хочу сразу производить дурное впечатление. Что там такое? Сама увидишь. Ну, быстро. Временно ограничено. Понял. Ладно, пошли, сходим. Ладно, интересно же, только давай не задерживаться. Ты не пожалеешь, пойдем. Так, сюда. Нам сюда можно? Судя по знаку, это запрещенная зона. Да, запретная, но у меня есть код. Откуда? У меня здесь старший брат работает, он подкинул. А это точно не опасно? Точно, пойдем.
Начинается замануха какая-то. Видишь подъемник? На нем можно подняться где-то до половины купола. Туда? Наверх? Ной, нас же поймают. Там никого нет. Вот видишь, тебе понравится. Пошли. Ладно. Только если нас запарят и скажут, что это ты придумал. Молодец. Ну что, как тебе? Я даже очень круто. Вот, а ты видела вход в шахту? Нереально гигантский, а? Да, очень впечатляет. Получается, у тебя там брат работает? Жуть. Почему? По-моему, круто. Стоп, секунду, видишь на коробках флаг? Они с Гхары. И что? С чего бы им что-то возить в нашу колонию? А почему нет? Пойди, хотят украсть у нас какие-нибудь крутые технологии. Ной, мы с Харой не враги, мы с ней много торгуем и вообще. Вот ты бы стал печатать свой портрет на коробке с потайной камерой. Я бы... Ну да, не стал бы, ладно, ты права. Слушай, мне пора домой, спасибо, что меня туда сводил, было круто. Не за что, только не говори, что мы там были, ладно, а то мне влетит. Не буду. Слушай, Мира, я рад, что ты переехала, я, ну, соскучился. Я тоже. Ой, кстати, мне же родители в честь переезда новый F-фон подарили. Надо друг друга добавить. Ну, давай. Так. Вроде все. Ну, ладно, пока. Так. Чтобы запустить F-фон, нажмите... Ага. Что у нас есть в F-фоне? Задача. Идите домой. Так, это главный экран вашего F-фона. В левом углу указана ваша текущая задача. Все ваши разговоры записаны здесь, чтобы вы не забыли, что сказали. Ага, прикольно. Пульс, здоровье. Это до планет получается, что ли, расстояние, шагов. Дворец сектор 2. Ага, выйти. Ну, давайте сваливать. Так. Нам надо вниз. Нам надо вниз. Взаимодействовать. Лифт у нас. Мы отправляемся. Слушайте, играется прикольно. Музыка классная. Реально пиксель-арт очень красивый. Бэм, крутяк. Пиксельная графика Майкл Хоэн. Оксибар. Банан, яблоко, мультифрут, синий лед, что предпочитаете? А могу взять? Не, не могу, видимо. Нам только что ставили партию батончиков с зеленой карамелью от Керши. Керши. Ух ты, у вас что, есть тульпа в кляре? И еще какая, причем только у нас на всей дрове. Ты, значит, тут недавно? Ага, только первый день. Так здорово, что вы делаете тульпу. Я ее дома просто обожала. Ну что, пожарить тебе? Извините, я спешу, у меня занятие, но я к вам обязательно приду на обед. Сектор 2. Так, а нам что-то непонятно, куда спускаться-то надо. А, это просто этот у нас. А, вот, типа, наверное, да. А, ну это универ. Включите компьютер. Так, пропущенные новости. А, включить компьютер, в смысле, имеется в виду.
Где наш кабан, компьютер наверху? Поговорить. Учитель, ну что? Итак, все в сборе, даже Мира, очень хорошо. В будущем прошу обойтись без опозданий. Утром вы познакомились с нашей образовательной платформой, а также с писаниями на этот год. Мы будем проходить все те же темы, что и у вас дома. Сегодня мы освежим в памяти основную информацию о нашей Солнечной системе. Думаю, большинство из вас все это помнит, но повторить всегда полезно. Альберт, я все и так знаю, можно я пропущу этот урок и приду на следующий? Нет, ты еще понятия не имеешь, о чем пойдет речь. Давайте я папу спрошу, он вам напишет записку. Уроки обязательно абсолютно для всех, включая сына начальника службы безопасности, и он наверняка меня поддержит. В состав вашего набора школьных принадлежностей входит карта Солнечной системы. Вижу, кое-кто уже повесил ее на стену. Очень хорошо. Пожалуйста, все найдите свою карту, на этом уроке вам она понадобится. Чтобы получать модуль дополнительной реальности, режим расследования, нажмите Y. Так, чтобы перейти вправо-влево, нажмите RTLT. Для смут нажмите А. Помните, что в режиме расследования нельзя ни с кем, ни с чем взаимодействовать. Прикольно. Так, это у нас убежище, смотрите, да? Сектор 2. Так. Это что такое у нас? Привет, родная, муж соскучился. Встреча на учебе, до встречи вечером, мама. Так. Так, у нас есть Кхара, Дрови и Нью Джоран. Так. Так. Прекрасно. Вижу, у всех есть карта. Она поможет вам справиться с заданием. Мы приготовили для вас кое-что еще. Вырезку с недавнего опубликованной статьи. Сейчас я перешлю вам всем бланк и статью. Возьмите телефон и откройте вкладки с новостями и бланками. Когда заполните бланки, не забудьте их сдать. Иногда следует остановиться, перевести дух и все обдумать. Сев на скамейку, диван или стул, можно достать телефон и просмотреть все, что вам уже известно. Так, диван, стул. Да подожди, я хочу... А, как сесть-то? Так, давайте заходим. Здесь хранятся все найденные газетные статьи. Перейдите на этот экран, чтобы узнать свежие новости. Маленький подыгрывающий значок означает, что на айфоне можем прочесть что-то новое. На этом экране фона хранятся бланки. Ваша задача подставить вместо пробелов верный ответ. И когда бланк будет отдавать, снизу появится кнопка «Отправить». Пересдать бланк нельзя. Так. Давайте новости смотрим. Так, статья. Почти 4 века вершина развития технологий считалась литий-ионные аккумуляторы. До недавних пор никто представить не мог, как резко вырвутся вперед аккумулятор на основе тилания. 2 года назад ученые создали первый тилановый прототип, который выгодно отличался от лития по всем параметрам – емкость, вес и долговечность. Тилание всегда считается редким материалом, однако в прошлом году под Дравианской корой были обнаружены богатые залежи руды. Началось масштабное тилание лихорадка, подобное то, что поразило первые харские лунные колонии. 2 участка грядущей технологической революции уже заняли места на планете. Это фракция с противоположными взглядами Гхара и группа иммигрантов Савьянтов с Нью-Джорана. Был литий-ионный, сейчас тиланий. 2 года назад остался первый прототип. Ой. И давайте посмотрим, что у нас в бланках. Так. Первое поселение людей за пределами 1. Мушку убрать. Первое поселение было на Кхаре, я так понимаю, да? Так.
Ну, подожди, ой, сейчас. В новостях что-то как-то про это... Ой, блин. Так, новости. Ну, тут что-то как-то в новостях у нас разговоры. Так. Подъемник. Ворот. Под куполом. Ну, Нью-Джорн, наверное, скорее всего, первое, наверное, было. Потом эти... ну, мне кажется, да. Ой. Давайте так. Бланки. Не, наверное, тут все-таки Нью-Джордана. Так, ближайшая... Ближайшая до планеты. Заселение дрови началось год назад. Савьян, ты из ближайшей к дрови планеты, основали собственную колонию. Ну, тут у нас получается сейчас... Здесь вот это у нас получается. Так. И давайте посмотрим сейчас карту. Еще раз. Так. Ну, Нью-Джорнер ближе. По крайней мере, по картинке. Нью-Джорн ближе по картинке. Наверное, Кхара здесь, наверное. Тут у нас только два варика, да? Давайте пробуем. Так, Мира, твой бланк пришел. Давай разберем ответы. Так, Надхария. Да. Второй вопрос. Тут совсем просто. Правда же, колония? Да, Сунджорана. Все правильно. Да. Это очень ценный ресурс. Молодец, Мира. Вижу, что и... Вот этим ты ориентируешься. А теперь... Стоп, что это было? Связь потеряна. Звонок прерван в связи с экстренной ситуацией. Фиксируем критическое разрушение целостной конструкции. Просим вас немедленно направить в ближайшее убежище. Через 60 секунд. План эвакуации. Что? Господи. План эвакуации. Мы здесь, на этаж ниже. И убежище. Все. Бежим. А что, бегать мы не можем? На этаж ниже как спуститься нам? А, на два этажа ниже нам спуститься. Да-да-да, вот сюда. Потом, по-моему, сюда. Помогите, на помощь. Постой, пожалуйста, помогите на дверь. Я... Ной. Мира, пойдем, надо спешить. Но она... Прошу, просто возьмите за дверь. Потяни. Давай, подруга. Только не отпускай. Давай. Все, бежим. Должны успеть. 20 секунд. Успели, да? Успели. Фух. Мира, слава богу, ты успела. Ну, а что случилось? Ты находился, не видел? Нет, я